Всем здрасте! На огороде появилась травка, пора полоть. Ну, я решил поправить рядочки, заодно убрать травку. Снарядил мотоблок, установил фрезы и погнал. Но работал я недолго, так как, ребята, у меня загнуло фрезу. Вы скажете, виноват сам, да? На этом огороде я работаю не первый год. Просто угры. Спустя 9-10 лет что-то происходит с фрезами. Они постепенно начинают терять свою упругость и выворачиваются, изгибаются. Видно, наверное, вот этот винт, который получается. От чего и почему? Я не знаю, но спустя 10 лет эксплуатации мотоблок вырабатывает свой ресурс. Прошел дождик, ночью фреза заржавела. Изнашиваются фрезы тоже неравномерно. Вот смотрите, более-менее нормальный износ. А здесь мы видим, что износ значительно больше. Ну и уводит ее несколько иначе, эту фрезу. Здесь такая же картина. Вот такой износ. А здесь по-другому. И все эти фрезы, они родные. Как шли с мотоблоком с самого начала, так и стояли на нем все время. И вот одна, смотрите, практически целая, а вторая вот так изношена. Как будто они сделаны из разного металла. И так происходит на каждой из четырех вот этих фрез. Я, конечно, сейчас фрезу заменю и продолжу работать. Но я хочу вам показать зазор, который образовывается на выходном валу спустя эти годы. Это довольно большой зазор. Замена манжеты от такой выработки уже не спасает. И масло течет. В общем, верой и правдой. 10 лет работала эта машина, но пришла ее пора. Огород обычный, мой старый добрый огород, где за все годы я так фрезы не гнул, как сегодня. Видимо, устают не только люди, устает и техника. Ну что ж, всем пока, а я сейчас заменю фрезу и продолжу работу. Удачной вам эксплуатации ваших машин. Первичная прополка завершена. Чистота и порядок. Ну а для тех, кто смотрит мое видео в первый раз, поясняю. Я не слежу за тем, чтобы рядки были прямыми. Знаете почему? Я окучиваю на фрезах. Поэтому как-то так.